Богу и его друзья. Драгоценная вода. Ух ты, какие сегодня потрясающие звезды. А? А? Та-дам! А? Ух ты, как здорово пахнет. Спасибо за пирог, Пами. Не за что, угощайтесь. Ну, а вы что, пирог едите? Иву, ты тоже можешь попробовать. Знаешь, ты могла бы положить в него чуть больше сахара и клубники. Если бы ты положила чуть больше масла, то вкус был бы гораздо лучше. И еще, если бы ты оставила его в духовке, то корочка хрустела бы сильнее. О, ничего себе! Какой у тебя, однако, тонкий вкус. Ну все, хватит болтать. Когда я ем, я глух и нем. Забыли? Знаете что? Я расскажу вам интересную историю. Спорим, вы захотите ее послушать? Я думаю, эта история интересна только тебе. Ну, конечно же, нет. Это очень интересная, веселая и захватывающая история. Честное слово, вы будете слушать ее на вострив ушки. На вашем месте я бы внимательно послушала. Начинай свою историю. Ну, хорошо. Вообще-то я услышала эту историю, пока шла сюда к вам. Многие из вас слышали странную песню, доносящуюся по ночам с реки. Кто-то говорит, что это поет призрак воды. Призрак воды? Но его же не существует. Существует. Знаете, почему он поет? Чтобы заманить пробегающих зверьков, а потом на них наброситься. Так звезды, которые я видел... Кажется, я слышал шум, он где-то поблизости. Я больше не могу здесь сидеть. Пами! Эй, Пами! Пами! Эй, Руди, что случилось? Я слышал странный шум со стороны реки. Поздно ночью? Ну ладно, я пойду туда с тобой. И шум, который я слышал, доносился оттуда. О, звезды! Кажется, я его слышу. Видишь? Ну что ты? Я слышу, как жучки играют на своих инструментах. Я уже давно не слышала, как играют эти чудные музыканты. Руди, ты как? Тебе нужно поспать. Пойдем. Пами, не уходи, подожди! Какие-то странные у них лица. Стойте! Руди, неужели ты думаешь, что мы твои друзья? Мы не друзья, мы призраки. Иди к нам, Руди. Вот увидишь, тебе понравится жить в воде. Нет, пожалуйста, не надо. Это всего лишь сон. Я думал, ты не проснешься. Руди! Руди! Нет, прекрати! Не трогай меня, пожалуйста! Ты должен пойти с нами, Руди! Только не бойся нас, Руди! Уже поздно, а ты не просыпаешься. Мы решили устроить тебе сюрприз. Пойдем к волшебному источнику, Руди. Вот это такая чистая. Да, но волшебный источник далеко. Согласен, все зверьки пьют обычную воду из-под крана. Зачем нам туда идти? Как это зачем? Вода из волшебного источника полезна для здоровья. Знаешь что, Пами, мне бы хотелось, чтобы эта вода была у нас дома. Смотрите, там что-то происходит. Что тут происходит? Мистер Крокодил и мисс Зебра, вы что, спорите? Я всегда говорил, звери не всегда ведут себя хорошо. Иногда они ведут себя очень плохо. Плохо дело. Именно так, как было в моем сне. Да, происходит нечто странное.
Что же случилось со зверьками? И что за звук я слышал ночью? О, не знаю, может, с моими ушами что-то не так? Я чуть не умер от страха. Правда? Странный шум, а откуда он доносился? Я думал о том странном шуме, который я слышал ночью у реки. Может, это был призрак воды, а? У реки? В зарослях камыша и тростника. Вот это здорово! Надо бы проверить. Лучше не надо. Это совсем не опасно, вот здорово! Чего? Это очень опасно. Да я справлюсь. Чего ничего не боится. Помогите! Я слышала, как Чиво кричала у реки. Мне кажется, что она попала в беду. Ясно, вперед. Да, призрак воды. Выясним, что случилось. Надеюсь, Чиво все хорошо. Чиво! Руди, когда мы нашли Чиво, она уже была без сознания. Чиво, прости за то, что я убежал и оставил тебя одну. Я не думал, что ты на самом деле встретишь призрака воды. Руди, ты так быстро промчался мимо, что даже я удивился. Знаешь, а ведь ты бежал даже быстрее, чем Юхо. Как же вы могли? Я ведь поверил, что с Чиво случилось нечто ужасное. Руди, не расстраивайся, я в порядке. Чиво, а почему же ты тогда кричала? Ну, всего лишь потому, что я увидела в реке мертвую рыбешку. А? Мертвую рыбу? Руди, срочно идем к реке. Нам нужно понять, почему эта рыбка погибла. Но тебе не кажется, что ее убил тот самый призрак воды? Спокойно, Руди, я справлюсь с призраком воды. Все, отправляемся скорее к реке, Руди. Как скажете. Вода отравлена. Уверен, потому что эту воду пьют все жители Гринита. Дело в том, что сточные воды отравили нашу речку. Это значит, что из реки больше пить нельзя. Минуточку. Это значит, кто-то бессовестно сбрасывает отходы в реку. Кем бы он ни был, мы не допустим, чтобы он или кто-то другой отравлял нашу реку. Слушайте, поймаем злодея. И чем раньше поймаем, тем лучше. Я и нервничаю, и радуюсь. Тихо, мне кажется, кто-то идет. Лемми, будь, пожалуйста, начеку, хорошо? Конечно, Юхо. Кто сливает мерзкие отходы в нашу реку? Упси-купс по ночам сливает гадость в реку. Пока все дома спят, мы загрязняем реку. О, небеса! Кажется, я знаю, кто эти страшные призраки воды! Я их видел! Это Упси-Купс! Ну что, сольем все отходы сегодня или сделаем это в другой раз? Давай сегодня. Удалось ли вам сегодня еще больше отравить речную воду? Да, конечно, большой босс. Мы уверены в том, что у нас все прекрасно получилось. Теперь местным обитателям придется очень несладко. И скоро мы захватим весь Гринит и начнем там править. Точно, правда, круто. Я понаблюдал за Упсом и Купсом и заметил, что этот стебель становился толще, когда они в него дули. И это странно. Сейчас. Я понял. Это не то, что мы думали. Это никакой не тростник. Уверен, это резиновый шланг, по которому течет вода. Слушайте, у меня появилась отличная идея. Какая? Идите сюда. Ты чего? Помоги, Купс. В этой реке что-то есть, клянусь. Правда? Но я там ничего не вижу.
О, небеса! В реке и впрямь что-то есть! Я тоже его видел! Гупс и Гупс! Как вы посмели бессовестно загрязнять нашу реку? Это злодейство не сойдет вам с рук! Бегите! Но вам от нас не скрыться! Нет, заколочка пропала. Что же делать? Слишком темно. Я ничего не вижу. Не беспокойся. Я найду твою заколочку. Там призрак! А куда это они убежали?